27 октября текущего года на территории города Степногорска были проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи по непредоставлению преимущества для водителей транспортных средств со включенным проблесковыми маячками красного и синего цвета, а также специальными звуковыми сигналами. По результатам проведенного рейдового мероприятия были привлечены к административной ответственности по статье 598 части 1, то есть непредоставление преимущества транспортным средствам со включенными проблесковыми маячками, а также специальными звуковыми сигналами два водителя с наложением административного взыскания 7-месячного расчетного показателя. Уважаемые водители, хотим довести до вашего сведения о том, что согласно разделу 6 правила дорожного движения при приближении транспортных средств со включенными проблесковыми маячками красного и синего цвета необходимо принять вправо и снизить скорость для беспрепятственного проезда данных транспортных средств.